Доброе утро всем. Сегодня 10 октября. Вышел опять половить на воде. Листва здесь вроде облетела. Но правда сейчас на воде и смысла-то нет ловить, потому что дождь идет. Вот сейчас в данный момент дождь крапит. Ну, если что, вымокну сильно, так домой недолго собраться. Дом рядом, вон дома уже тут. Вот здесь я буду ловить. Вот у меня первый колышек. Вон второй, тут маленькая репья воткнул, так на всякий случай. Времени 7:10. Посмотрим, как сложится сегодня ловля. А, взял сегодня с собой щегла, репала и чижа. Будем пробовать. Попался первый щегол, придержим, пока ближе к концу ловли отпустим. Приходила стайка щегов, пара попались, один вот ничего такой с маской, хороший. Красивый какой. Придержим, пока потом отпустим. Попался снегирь, на воду пошел. Вот он какой, красавчик. Попался еще один щегол, вернее щеглиха, вот она такая.
Ладно, на сегодня хватит. Выпускаем пойманную птицу и собираемся домой. Вот такие вот щегольчики поймали, попали. Подписываемся на канал. До новых встреч.